Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу, как я рисовала сухой пастелью черного дятла. Его называют еще желна. В фильме звучит моя авторская музыка. Самого дятла я никогда не видела в природе, но нарисовать мечтала уже давно. К нам в лес этот вид дятлов не прилетает. Желна намного крупнее других видов дятлов, и он красив. Я его увидела в фильме одного автора канала о природе и загорелась нарисовать его. Обязательно досмотрите видео до конца. В конце вы увидите добавление мною самые интересные вкусные вещи, детали в композицию. В фильме автора желна лакомился красной рябиной в лесу. Так что витамины любят все, и люди, и птицы. Черный дятел не исключение. Дальше вы можете наблюдать за процессом моего рисования.
ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, и пишите комментарии. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. До новых встреч, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.